Здорово-здорово! Это мастерская канала «Лечу на рыбалку». Меня зовут Руслан. Я сломал свой спиннинг. Он выдержал само в Астрахани. Он не сломался на горбуше в Мурманской области на реке Умба. Но хрустнул по нелепой случайности, и сейчас я расскажу вам как. Речь пойдет о Зетриксе Компонера до 60 грамм. Если кто-то знает, это, на мой взгляд, один из лучших тревел-спиннингов, ну, скажем так, в среднем ценовом сегменте. Я на него, видите, поставил катушечку 5500. Это не просто так, потому что я действительно хожу с этим спиннингом на крупную рыбу, и он ее вполне себе держит. Помимо своей крепости и отличной чуйки, да, у него есть один, скажем так, минус, да, и кто такие тревелы использует, о нем знает. Периодически, особенно когда целый день приходится махать, у него разъединяются колено. Необходимо постоянно следить, да, за тем, чтобы стыковка колен была достаточно прочная. Ну вот, собственно, в моем случае произошел такой казус. Я в рыболовном, скажем так, угаре не обратил внимания, что у меня потихонечку начало выползать верхнее колено. Но так как он четырехчастный, то есть верхних два получается. И в результате они у меня немного разоединились, да, и осталось буквально где-то, наверное, пару сантиметров соединения. И при очередном забросе я услышал такой вот самый неприятный хруст, который может услышать спиннингист. И как назло, именно в этот день я не взял с собой второй запасной спиннинг. Понадеялся, что вот этот мой красавчик Компонера, ну, он меня всегда выручал и никогда не ломался, никаких не было с ним сложностей. Ну вот, я был уверен, что, собственно, он сломаться не может. Но, видите, не уследил. Вот, ну, благо у меня с собой в рюкзаке оказался вот такой вот пластырь ленточный, да, то есть, если помните, мы, кто в хоккей играл, да, мы им клюшки наматывали, то есть, довольно-таки крепкая, между прочим, штука. Я его обычно беру с собой для того, чтобы перемотать руку в случае каких-то ранений, ну вот, но здесь он меня спас, то есть, я намотал где-то 6-7 оборотов, вот, и смог продолжить рыбалку. Такие случаи происходят довольно-таки часто, так как сам по себе заброс, да, давайте вот нарисуем спиннинг, условно говоря, там будет наша катушка, да, вот это вот вторая часть спиннинга. То есть так как при забросе всегда действует сила в сторону кончика, да, поэтому верхнее колено абсолютно логично, что всегда стремится разъединиться, да, с комлевой частью спиннинга. Вот, поэтому если в начале, условно говоря, верхнее колено доходило до сюда, да, то потом оно смещается, да, находится здесь, и вот этого контакта уже недостаточно, да, для того, чтобы при хлестком забросе комлевая часть спиннинга выдержала нагрузку, которая передается с вершинки спиннинга. Вот, и поэтому происходит поломка. Да? То есть в моем случае, собственно, так и произошло. Давайте картиночку нарисую побольше. Да? То есть вот она, вот эта трещина. То есть что в этом случае мы можем сделать? В целом, вот здесь вот обычно, да, уже присутствует какая-то заводская оплетка. Да? Поэтому она более-менее держит, но трещина все равно может побежать. Вот. Но оплетка довольно-таки коротенькая, да, и трещина часто уходит за границы этой оплетки. Поэтому наша задача очистить с небольшим запасом, да, вот так вот заходом, поверхность спиннинга от старого лака. Ну, соответственно, лак, эпоксидной смолы, оплетки и так далее. Так как мы это наждачной бумагой все это сделали, да, мы уже имеем довольно-таки шероховатую поверхность, на которую в дальнейшем хорошо ляжет эпоксидный клей. Вот. Но вначале нам необходимо намотать некий бандаж. Да, то есть мы берем или плетеную леску, да, или капроновую нитку, и вот таким вот образом наматываем ее на комлевую часть спиннинга. Наматываем, наматываем. То есть здесь главное все сделать плотненько, да, чтобы рядок был к рядку. Вот. После чего все это дело мы покрываем уже эпоксидной смолой. Самое главное, чтобы была подходящая эпоксидная смола и финишный лак. Потому что если вы купите эпоксидную смолу, которая становится очень твердой, да, после высыхания, то, к сожалению, в этом месте она просто потрескается, и у вас трещина снова раскроется. Это недопустимо. Поэтому я приобрел специальную эпоксидную смолу именно для спиннингов.
Вот, сейчас более подробно мы ее разберем. И то же самое касается лака. То есть лак тоже должен иметь некоторую пластичность, да, для того, чтобы при увеличении нагрузок на спиннинг, да, то есть лак также изгибался вместе с бланком и не возникало никаких микротрещин. Сейчас разверну ленту. Да, ребят, намотал я знатно. Возможно, даже крепче было бы, если я бы вот именно так все и оставил. Да, хороший, качественный пластырь попался. Вместе с пластырем оторвалась сразу и оплетка. Видите, то есть нитка с лаком. Ну, странно, что они порвались, конечно. Но, видимо, нагрузка была хорошая. Да, ну, одним словом, наша задача восстановить этот слой. Вот, если обратите внимание, видите, здесь эпоксидная смола, какая она гибкая. То есть она не ломается. То есть она, в прямом смысле слова, порвалась от нагрузки. Все это говорит о том, что изначально все было довольно-таки качественно сделано. Но сейчас попробую сделать, чтобы было не хуже. Все немного хуже, чем я думал, потому что трещина не в одном месте, а в двух. То есть можно сказать, что практически выломался кусочек спиннинга. И вот здесь вот, если обратите внимание, тоже спиннинг надломился. Сейчас наложу бандаж покрепче. Ну, вот, возможно, придется делать все в несколько слоев для большей крепости. Так, сейчас первым делом определю, докуда мне нужно шкурить все это дело. Так, значит, получается, что трещина, одна из самых длинных трещин, доходит вот до этого места, да? Ну, где-то, если на полтора умножить, да, это расстояние, то где-то вот до сюда, да, мне надо наложить бандаж, чтобы эта трещина, она не увеличилась, чтобы раскрытие не увеличилось. И вот так вот рисочку ставлю. Поближе вам покажу. То есть вот до сюда доходит трещина, возможно, она идет чуть дальше, да, просто этого не видно. Да, поэтому я как бы взял запасом где-то в полтора раза больше, а может быть даже почти в два, вот, для того, чтобы здесь вот сделать прочный бандаж. Вот, и эта штука должна в целом держать. Для того, чтобы не очень сильно травмировать сам припрек, да, сам карбон спиннинга, я беру 320-ю наждачную бумагу. Вот, она такая, знаете, не самая мелкая, вот, но сильных повреждений не даст. Вот чисто вот лак снять, не более чем. И вот так вот аккуратненько необходимо наждачкой счистить лак. Только лак, не более чем. На самом деле весь лак счищать не обязательно, ну, потому что ну, тут лак, грубо говоря, как в роли грунтовки, что ли, выступает. То есть самое главное на поверхности лака создать шероховатость для того, чтобы была хорошая адгезия с последующими слоями. Вот, потому что если на гладкий лак нанести эпоксидную смолу, то, к сожалению, она держаться не будет. Ну, потому что ей просто не к чему будет прилипнуть. А вот эти все вот мелкие такие неровности, да, то есть они создают в итоге у клеев вот такой вот формат сцепления, да, то есть это называется повышение адгезии. То есть мы обязательно сейчас все это дело подшкурим. Я обязательно обработаю обезжиритель. То есть в данном случае у меня ацетон есть. Вот, и после этого уже можно будет наносить бандаж и покрывать первым слоем эпоксидной смолы. А для того, чтобы при обработке поверхности не повредить зону, скажем так, за отмеченной границей, да, не повредить лак, я вот сюда вот намотал изоленту, где-то 3 оборотика сделал, это, на мой взгляд, достаточно. Вот, все. Теперь я вот так вот смогу наждачкой спокойно здесь пройтись и ничего лишнего не поврежу. Можно малярный скотч использовать, можно обычный скотч, да, собственно, что угодно, что есть под рукой. Главное защитить и ограничить, да, потому что, опять-таки, когда потом эпоксидную смолу мы будем наносить, тоже будет удобно. Мы нанесем смолу, снимем изоленту, да, и у нас здесь будет ровный слой. Итак, у нас готова рабочая поверхность. Вот я так все аккуратненько ошкурил. Вот видите, тут кое-где проступили темные пятна, это все, это уже выступает карбон, дальше шлифовать точно не стоит. Так, после этого салфеточкой аккуратненько все это протираем. Так, и необходимо обезжирить поверхность. Я использую ацетон. Ну, в целом, не обязательно покупать какой-то там специализированный и так далее. То есть средство для вот этой смывки лака и так далее, что дома есть, все подойдет. Спирт подойдет. Это все не так важно. То есть задача, видите, следы остаются.
Задача почистить, получается, да, от остатков вот этой вот пыли и обезжирить, чтобы у нас следующие слои хорошо легли и была отличная адгезия. Чем лучше подготовите предыдущую поверхность, тем лучше ляжет следующий слой. А так как у нас довольно-таки серьезная поломка, я решил применить не нитку капроновую, а леску в диаметре 0,3 мм. Вот у меня тут моточек один нашелся, видите, я вот так вот подписываю себе. Хорошо, что не выкинул, пригодилось. Как мотаем? Мотаем, получается, сначала в конец, но не наоборот. Вот, потому что если вы начинаете с этой стороны, да, не дай бог, у вас под самый конец, вот здесь вот один-два витка слетает, вот, соответственно, вся натуга она пропадает же, а это самая ответственная зона. Вот, и поэтому вам придется все перематывать. Поэтому однозначно рекомендую начинать отсюда и мотать в конец. Вот, только до самого конца не доматываем, да, там надо ставить специальную петельку, пропустить туда конец, получается, плетенки для того, чтобы у вас была безузловая намотка. Ну и потом здесь узел под лаком, в общем, не торчал. Ну, смотрите дальше, сейчас я покажу, как это сделать. Довольно-таки сложный момент – это именно вот начать вот эту вот обмотку. Поэтому покажу. Берете кончик нашей плетенки, ну где-то сантиметр, может, полтора. Вот так вот ногтем его прижимаете, да, и дальше задача следующий сделать довольно-таки плотные витки, для того, чтобы у вас сразу бандаж лег довольно-таки плотно. То есть в этой части нет большой нагрузки, да, она вся здесь, поэтому опять-таки рекомендуется начинать отсюда, чтобы под конец вы могли максимально туго все затянуть. Вот. Так, давайте еще раз. Вот так вот ногтем цепляем. И накидываем первые витки. То есть если они получаются неплотно относительно друг друга, в этом нет ничего страшного, потому что мы их дальше ногтем сместим. Главное, в принципе, их затянуть потуже. Ногтем держите, ни в коем случае не отпускайте, иначе все раскрутится. Так. И вот так вот надо сделать порядка 10-15 оборотов. И у вас получается вот такая вот намотка. Чтобы она стала симпатичнее, ее надо просто ногтем сместить в сторону нашей изоленты, да, и получится уже такое довольно-таки плотное начало нашего бандажа. Сейчас я аккуратненько все смещу и вам покажу, что получилось. После того, как я вот так вот ногтями сместил, получается, витки на нужную позицию, да, я взял и подтянул вот этот вот кончик, помните, который мы изначально закладывали, то есть это нужно, чтобы первые витки тоже туго легли. То есть, если ногтями неудобно, можно взять какой-нибудь инструмент. Да? То есть, берете и вот так вот максимально туго это дело натягиваете. Все. Теперь можно не беспокоиться. Здесь витки тоже довольно-таки плотно лежат. Все, продолжаем намотку. Сейчас, как только останется до конца где-то витков 10-20, ну, наверное, 15-20, да, лучше с запасом, я вам покажу, как убрать, получается, конец, да, обратно под бандаж, для того, чтобы не было узлов. Смотрите дальше. На мой взгляд, один из самых таких эффективных способов, да, ровненько сразу все укладывать и довольно-таки плотно, это когда вы вращаете сам бланк. То есть держите правой рукой, например, нитку в натяжении, да, а вращением бланка уже производите намотку. Вот, видите, сразу все витки ложатся довольно плотно. Я до конца почти до самого уже домотал. Осталось около 1 сантиметра, может быть, чуть больше. Теперь наша задача взять леску, сложить ее вот так вот вдвое, наложить, получается, на наш бандаж. Это необходимо для того, чтобы потом, в самом конце, мы могли протащить конец, да, нашей оплетки под эту намотку. Вот, вот так вот берем. И точно так же продолжаем намотку, только уже поверх этой петельки. Все так же плотненько, все то же самое следим. Вот. Мотаем до самого конца. Сейчас я когда мотаю, вам покажу, как протащить, получается, конец, да, под оплетку. И таким образом нам не потребуется никаких узлов. Все будет очень аккуратно выглядеть. Я тут аккуратничаю, чтобы ничего не соскочило. Вот видите, я почти до самого конца домотал, оставил буквально 1 мм, вот, для того, чтобы ничего не соскочило. Вот, у нас получается вот до выхода этой петли, да, чуть больше 1 сантиметра, поэтому от этой петелечки, да, мы
должны где-то оставить конец миллиметров 8, чтобы он полностью мог спрятаться, да, под нашим бандажом. Так, теперь этот конец, да, мы пропускаем вот в эту петельку. Так, сейчас я это аккуратно, ребята, сделаю. И вам покажу. Вот так вот пропускаем. Все, теперь с другой стороны задача протащить. Теперь вот за вот эту вот мы леску тянем, да, и протаскиваем наш конец бандажа. Вот он, видите, здесь зафиксировался. И сейчас он просто убежит внутрь, смотрите. Оп. Все, осталось дотащить. И у нас получился безузловой крепеж. Ну, так все выглядит. На самом деле, вот этот бандаж, он уже очень крепкий. И если в каких-то походных, скажем так, условиях, да, у вас казус со спиннингом произошел, здесь вот видите, я немножко не рассчитал, и немножко все-таки лески вышло. Но ничего страшного, лаком все покроется, не будет заметно. То есть, если в походных условиях у вас нет лака с собой, ничего такого, да, то вот этот бандаж сделали, то есть в целом он уже будет спасать. Вот. Но если есть какой-то суперклей, вы им как бы пройдетесь, на самом деле уже тоже крепко будет. Так, теперь готовим эпоксидную смолу и покрываем наш бандаж для придания ему крепости, да, чтобы он не стирался, не рвался и так далее. Еще раз упомяну, что при ремонте спиннингов, да, необходимо применять специализированные материалы. Да, то есть в данном случае это специализированная эпоксидная смола, то есть которая именно пластичная. Да, то есть видите, здесь даже обозначение рот, да, то есть для спиннингов. Вот эта пластичность позволяет ей не трескаться при работе бланка. Да, бланк же гнется, да, и если у эпоксидной смолы недостаточно пластичности, то она просто потрескается, ну и, понятное дело, будет снова в этом месте поломка. Наносить смолу буду вот такой вот кисточкой. У меня это номер 8. Тонким слоем. Так, на обычном так вот листочке. Можно все это сделать. Нам много не нужно. Компонент А и компонент Б. Ну, соответственно, это основа и затвердитель. Ну, примерно в одинаковых пропорциях они смешиваются. Я вот ватку снял с ушной палочки. И сейчас ею все это дело замешаю. На обычном листке бумаги вполне себе неплохо получается. Ну, можно, конечно, какую-то крышечку взять и так далее, но это не принципиально. В данном случае у нас из-за того, что я леску взял потолще, да, будет всего один слой, поэтому не критично. Единственное, не пожалейте время, хорошенечко все это перемешайте, но не дайте эпоксидной смоле загустеть. Потому что если она загустеет, она плохо прогникнет в результате волокна. В данном случае у нас же леска, да, волокна лески. Вот, и от этого качество работы будет снижено. Я думаю, вот этого достаточно. Так, все, беру спиннинг. Сейчас будем наносить слой смолы. Так, бланк готов. Эпоксидная смола готова. Наносим тонким слоем. У меня нет аппарата, который вот так вот вращает, да, все эти бланки. Ну, вот, поэтому я наношу тоненьким слоем, чтобы эпоксидная смола ровно легла, никуда не стекала и все красиво выглядело. Эстетика на рыбалке, ребята, это тоже очень важная вещь. То есть наша задача, по сути, втереть туда в нитки, да, вот эти вот, эпоксидную смолу. Поэтому кисточка нужна покрепче, да, то есть не только чтобы нанести, но и прям туда вот, чтобы все проникло между волокнами, чтобы зафиксировалось. Ну, одним словом, чтобы получился такой максимально монолитный слой. То есть он будет, чем он более монолитный получается, да, тем, соответственно, он будет крепче. Часто бывает, что в процессе нанесения смолы или лака он попадает внутрь бланка,
Вот, поэтому обязательно нужно гинеческой палочкой, вот видите, попал, гинеческой палочкой все излишки изнутри убрать. Ну, иначе потом просто при соединении спиннинга, получается, опять будут повреждения, потому что из-за вот этих вот наплывов, во-первых, будет сложно разбирать, да, спиннинг, вот, а во-вторых, получается, что изнутри комель будет сильно распирать верхнюю часть и опять-таки ее ломать. Вот, все, почистили. Так, и теперь наша задача немного посидеть, повращать эту эпоксидную смолу для того, чтобы она равномерно распределялась по поверхности. И вот этот вот получается, вот эту изоленту, да, ну или малярный скотч здесь мог быть, у меня изолента, нам сейчас нужно снять, пока еще эпоксидная смола жиденькая. Вот, потому что иначе, когда она затвердеет, уже будет поздновато. Вот, все потрескается, полопается, в общем, будет некрасиво. Вот, а сейчас мы все снимем, вот, и у нас будет очень такая ровная, красивая поверхность. Все ровненько и хорошо. Дальше мы это дело покроем лаком. Лак у меня тоже специальный. Смотрите дальше, сейчас я вам все покажу. Когда работаете с клеями, лаками и так далее, заранее рекомендую заготовить себе вот такой вот стаканчик с растворителем, вот, для того, чтобы не испортить кисточки. Вот, потому что сейчас вот я кисточку просто поставлю, вот, и она у меня останется, так сказать, жива, я смогу снова ее использовать для ремонта удилищ. Так, эпоксидная смола пусть подсыхает, а я вам пока расскажу, какой лак я планирую использовать. Да, ребят, и такой немаловажный момент, в зависимости от консистенции, да, которая у вас получилась эпоксидной смолы, зависит, сколько времени нужно вот так вот посидеть, да, и вот так вот повращать бланк. Вот, то есть в моем случае я поглядываю еще вот на эпоксидную смолу, которую я заготовил, да, то есть я вот вижу, что она потихонечку начинает уже густеть. Вот. То есть с учетом того, что я нанес довольно-таки тонкий слой, ну, вот так вот посидеть, покрутить, подуть на нее, как говорится, 5-10 минут, вот, будет достаточно. Но я настоятельно рекомендую обязательно повращать бланк, вот, потому что это позволит избежать обидных таких, знаете, наплывов, когда все стекает в одну сторону и образуются такие, ну, грубо говоря, как капельки. Вот. Потом это все надо счищать, оно не такое глянцевое, красивое получается. Вот. Ну, в общем, не наш вариант. Вот. Поэтому лучше покрутить, и получается все замечательно. А на самом деле эпоксидная смола уже может являться финишным покрытием. Но я решил затемнить, да, вот эти вот разноцветные нитки, поэтому я буду использовать все-таки лак. Вот у меня есть лак вот такого темного цвета. Этот лак на алкидной основе. Еще раз напомню, очень важный момент при ремонте любых удилищ, учитывая то, что они изгибаются. Поэтому вам необходимо применять материалы, которые после высыхания сохраняют пластичность. Ну, то есть достаточно пластичность для того, чтобы не трескаться при работе бланка. Вот, поэтому вот такие вот алкидные лаки, на мой взгляд, подходят больше всего. Пластичность сохраняют и, очень важный тоже момент, не дают большую усадку, в отличие от акриловых. Поэтому алкидные лаки можно применять в один слой, то есть они экономят ваше время. То есть один слой нанесли, да, он высох, все, вы можете уже использовать этот бланк. А с акриловыми лаками чаще всего так не получается, они требуют нанесения двух слоев. Ну, это, как говорится, на любителя, акриловый лак тоже можно нанести в один слой, и ничего страшного в этом не будет. Вот. Если при нанесении лака вы беспокоитесь о том, что у вас не получится кистью нанести, сделать вот здесь вот такую круглую ровненькую каемочку, да, то точно так же можете сюда намотать по кругу изоленту или малярный скотч, да, ну или обычный скотч, вот, обработать все лаком, да, и эту ленту уже снять. Очень важный момент, перед нанесением лака необходимо создать шероховатость на поверхности эпоксидной смолы, потому что она сама после высыхания становится очень гладкой, и лак будет плохо на ней держаться. Поэтому той же наждачной бумагой аккуратненько нужно пошкурить, потом аккуратненько, чтобы не растворить никаких лаков, смол и так далее, аккуратненько небольшим слоем обезжиривателя быстренько обработать, чтобы он тут же просох, ну, для того, чтобы убрать вот эту жировую прослойку и лишнюю пыль. И после этого уже точно так же кисточкой нанести вот так вот по кругу, как мы делали до этого, наш лак. Вот. Ну, я уверен, что с этой работой вы справитесь сами.
Вот, поэтому предлагаю на сегодня закончить. После того, как моя эпоксидка высохнет, я уже сделаю покрытие лаком. Напишите в комментариях, как свои спиннинги ремонтируете вы. Самых активных подписчиков мы приглашаем на совместные рыбалки, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр. До новых встреч в следующих роликах. Пока-пока!